В летний период полным ходом идет подготовка многоквартирных жилых домов к следующему отопительному периоду. С помощью КА это ИСЖ в ближайшее время в регионе может измениться схема оплаты отопления. Жители смогут оплачивать тепло только 7 месяцев вместо 12. Проведенный Минэнергоопрос показал, что такой порядок оплаты поддерживает большинство горожан. 1/7 – это оплата по факту, по показаниям прибора учета, либо по нормативам по 1/7. Это, с нашей точки зрения, гораздо выгоднее, чем то, что мы сейчас производим по 1/12. Почему? Потому что это более прозрачная система. Оплата по факту повышает заинтересованность собственников во внедрении энергоэффективных технологий. Это, собственно говоря, утепление фасада дома. Это за счет утепления межэтажных балконных дверей. То есть, в принципе, весь комплекс работ необходимый на устранение энергопотерь. Результаты подготовки к зиме традиционно оценят эксперты «Энергосбыт Плюс». В этом году энергокомпания отметит самых добросовестных в рамках акции «Лучше». Мы своих добросовестных клиентов поощряем по итогам проверки их по подготовке к отопительному периоду и оцениваем их платежную дисциплину. Победители будут объявлены в конце года. По итогам акции лучшим эксплуатирующим организациям вручат ценные призы. Анатолий Головко, Сергей Баскин. События.